Добрый вечер, друзья. Еду я домой. И те из вас, кто видел сегодня тот сюжет, что я с утра снимал, я, кстати, его на обычную камеру снимал. Вот я сейчас продолжаю на GoPro, а тогда я снимал на обычную, хотел посмотреть, что получится. Мне кажется, на GoPro лучше, чем то, что было на нормальную камеру. Ну, не суть. Значит, я рассказывал, что поскольку у меня аппойтментов сегодня нет, то я уже так сяду и десяток резюме и нафигачу. Но там наверху, где все решают за нас, было решено по-другому. Решено было, что я сегодня ни одного резюме не напишу. А что мы сделали вместо этого? Мы, ну, конечно, встречи, там одна встреча, другая. Вы видели сюжеты, там кто клубничку принесет, кто тортик. Некоторых я еще и не снимаю, потому что они там шифруются по разным причинам. Но не суть. Теперь, значит, какие-то люди приходили, я им справку написал от школы, чтобы они могли жилье снимать там. Ну, много было таких вот дел. Но с утречка мы начали запись курса по Селениуму, который я обещал нашим ребятам в онлайн-классе. Мне, честно говоря, мы начали было преподавать Селениум в онлайне, но потом я как-то напрягся вот это делать, и даже там это недорогой вроде курс там был, $350, но все равно я подумал, что мы просто запишем его, и пусть он висит бесплатно, и пусть они занимаются кто хочет, вот столько, сколько хотят там, и так далее. Вот как бы такой подконтрольный, значит, полностью курс. И я думаю, что если не весь этот курс, то частично он будет доступен широкой публике. Вот пока что три сюжета, которые мы сегодня записали, висят на канале Портнов School. Если вы на YouTube скажете youtube.com/Portnov School одним словом, то это будет наш школьный канал. И вот на этом школьном канале последние три видео я их начал нумеровать. Там называется Test Automation with Selenium WebDriver 1, 2, 3. И дальше уже после этого идет, что, собственно, рассматривается. Значит, первый сюжетик, он сравнивает автоматическое тестирование и ручное, потому что надо понимать, что ты делаешь и зачем ты это делаешь, и в чем преимущества, недостатки и так далее. Такой относительно небольшой, там минут на 20. Потом на полчасика установка Selenium IDE, простейшая версия Selenium IDE, и как сделать там простенький тест-кейс. Сначала там делается рекординг, потом этот рекординг модифицируется. И вот такая какая-то базовая такая штучка. Я бы сказал, даже хохмочка. Вот эта хохмочка. Это второй сюжет. И третий сюжет совсем небольшой, там минут на 12-13. Там мы попадаем в такую задачку, в которой выясняется, что у Selenium IDE есть некоторые проблемы, которые надо будет решать. Мы знакомимся с парой инструментов. Один называется Firebug, другой называется Firepath. И, в общем, так, некоторое такое представление дается об этих игрушечках. И там еще, поскольку педагог наш ведет эти занятия в дневных группах и обычно задания им какие-то дает, то, в общем-то, этот курс тоже так будет построен, что студентам будут даваться некоторые задания, которые предполагается, что они добровольно согласятся выполнять. Вот такое хитрое предположение. Так что, друзья, кто интересуется курсом по Селениуму, там не безумно хороший звук, потому что это записано с софтвером для вебинаров. Но ну, нормальный, приемлемый звук. Это ведет преподаватель наш Ольга. Ее зовут Ольга Кнауэр. Она вполне прилично говорит по-английски. У нее нет такого сильного акцента, как у меня, например. Так что заодно вот и английский потренируете. Так что, друзья, вот всех приглашаю. Счастливо!